Не лимонадный, а самый настоящий дождь настиг островчан в этот значимый для местных жителей день – юбилей села Остров. Но не омрачил настроение, ведь не каждый день родное поселение празднует 680-летие. Давняя история и люди – вот чем богато село Остров. Люди хорошие в селе Остров. Они очень неравнодушные, они болеют за все, они за все переживают. Они хотят, чтобы история села Остров, она возродилась. И она начинает возрождаться. Я уверен, что она возродится. Вот сейчас многое делается для благоустройства села Остров. Администрация района добивает, чтобы эта дорога к селу Остров перешла в муниципальную собственность, была обустроена, сделана пешеходная дорога, была освещена, остановки красивые, приукрасимые. Я уверен, все это получится у нас. Местные жители стараются и делают остров лучше. И таких людей немало. Убедиться в этом можно было во время награждения самых выдающихся островчан. На сцену выходили учителя, общественные деятели, активисты, спортсмены и многие другие. Кстати, спорт – одно из активно развивающихся направлений в селе. Коренной житель Юрий Тюрин – футбольный тренер. К нему в секцию ходят даже девочки. Я хотел бы, чтобы дети, научить детей играть в футбол. Я сам уже на пенсии проработал в футбольной школе «Спартак» 23 года. И уже придя сюда, решил с местными ребятами, девчонки тоже подключаются, продолжать работать, получать удовольствие, учить их футболу. Нам выделили участок небольшой, сделали два футбольных поля. И там мы с ними работаем. Остров расположен вдали от трассы, и здесь не встретишь больших супермаркетов и развлекательных центров. Но люди любят родное село за сохранившуюся природную красоту. Остров, ну что вы, это вообще божественно. За что? Да его как можно не любить? Я не знаю, здесь аура такая, здесь, ну я даже не знаю, здесь люди хорошие, здесь зелено, здесь дышится. Здесь красиво и прекрасные живут люди. Тут красиво, тут рыбы много есть, и природа хорошая тут, воздух чистый. За это мы и любим остров. За красоту. Это потрясающее царское село. Здесь очень здорово. За то, что здесь безопаснее. Праздник продолжился до позднего вечера, а завершился фейерверком. И ливень ни на каплю не помешал местным жителям насладиться атмосферой. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.